Продолжаем вязание нашей коробки и свяжем теперь хвостик. Берем пряжу джинс цвета какао и вяжем 11 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. И в обратную сторону мы провязываем 10 соединительных столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. Воздушная петля. Немного протягиваем нить, обрезаем и закрепляем. Теперь нам нужно 4 небольших отрезка Газал Бэйби Коттон шоколадного цвета. И вот так по 2 ниточки мы протягиваем кончик хвостика. Вот так крепим 2 ниточки и в соседнюю петельку еще 2 нити. Делаем петельку и протягиваем в нее кончики. А потом затягиваем. Теперь мы делаем ровный срез. И вот эти ниточки иголкой можно расслоить, чтобы кончик был вот такой пушистенький. Вот так. Эту детальку пока убираем и приступаем к вязанию ножек. Нам нужно связать 4 ножки. 3 я уже подготовила. 2 задние. Они будут на один ряд короче. И 2 передние. Сейчас мы с вами свяжем вместе переднюю ножку. Мы берем шоколадную нить. И вяжем в кольцо 6 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нить затягиваем. И в первую петлю вяжем соединительный столбик. Воздушная петля. Еще раз подтягиваем нить, чтобы не оставалось отверстия. И во вторую ряду мы в каждую петельку делаем по прибавке и вяжем 12 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь,
восемь, девять, десять, одиннадцать, и двенадцатый столбик мы не довязываем до конца, так как мы меняем цвет на какао. 12, и в первую петельку соединительный столбик, подхватывая обе нити. Воздушная петля, подтягиваем ниточку какао и вяжем теперь третий ряд без изменений, 12 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Темно-коричневую нить мы обрезаем. Девять, десять, одиннадцать и двенадцать. В первую петлю соединительный столбик и воздушная петля. В четвертом ряду мы делаем 3 убавки, чтобы у нас получилось 9 столбиков без накида. То есть мы убавляем через каждые 2 столбика. Раз, два, убавка. Раз, два, убавка, раз, два, убавка, соединительный столбик в первую петлю и воздушная петля. Теперь, если мы вяжем переднюю ножку, мы провязываем по 9 столбиков без накида с 5 по 9 ряд. Если мы вяжем заднюю ножку, то мы провязываем с 5 по 8, то есть на 1 ряд меньше. В конце все как обычно. Соединительный столбик, воздушная петля. И протягиваем достаточно длинный конец, так как нам нужно будет этой же ниткой привязать ножку к туловищу. Наполняем туго холофайбером и таким же образом вяжем еще 3 ножки. Теперь сразу свяжем еще пятнышки, чтобы уже закончить с мелкими деталями. Для этого берем нить молочного цвета и, как обычно, провязываем 6 столбиков в кольцо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Затягиваем нить. И в первую петлю провязываем соединительный столбик. Воздушная петля, еще раз подтягиваем нить и в каждую петельку вяжем прибавки, то есть провязываем 12 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть,
7, 8, 9, 10, 11, 12. Теперь мы не будем делать соединительный столбик, а сделаем конец ряда более аккуратным. Мы протягиваем нить с расчетом того, что ей мы будем пришивать пятнышко к туловищу, вытягиваем свободный конец и теперь заводим крючок в первую петлю, под первую петельку, и протягиваем эту ниточку. А теперь заводим ее в середину последней петли. И тогда у нас вот эта вот крайняя косичка не нарушается. И петелька сразу же на изнаночной стороне, ниточка на изнаночной стороне. И нам будет удобно пришивать пятнышко к туловищу. Количество и размер пятнышек вы вяжете на свое усмотрение. Я связала 5 пятнышек. 2 вот таких на 12 столбиков без накида. Можно провязать еще третий ряд, делая прибавки через один столбик, тогда у нас получается 18 столбиков по окружности. А можно в первом ряду провязывать не 6 столбиков кольцо, а, например, 8 или 9. И тогда у нас второй ряд, вот здесь провязано 8 столбиков, второй ряд 16. И получается пятнышко на 2 ряда, но по размеру оно больше, чем то, которое мы провязывали вместе. Так что пятнышки можно вязать уже после того, как вы свяжете саму вот эту основу и просто будете примерять уже и смотреть, сколько и какого размера вам подходит. И теперь приступаем к вязанию уже самого туловища. Берем нить потолще, джинс плюс и крючок 2,1 мм. В кольцо вяжем 6 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Затягиваем нить и в первую петлю провязываем соединительный столбик. Затягиваем еще раз хорошо. Воздушная петля для подъема. И во втором ряду мы провязываем 12 столбиков без накида, делая прибавку в каждой петельке. Раз. Два. Ниточку мы прячем между столбиками. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. В первую петлю соединительный столбик и воздушная петля для подъема. В третьем ряду мы провязываем 18 столбиков без накида, делая прибавку через один столбик. Начинаем ряд с прибавок. Раз, два и столбик без накида. Прибавка. И один столбик.
И так мы провязываем до конца ряда. Заканчиваем ряд соединительным столбиком и делаем воздушную петлю. В следующем ряду мы провязываем 24 столбика без накида, делая прибавки через 2 столбика. 1 столбик, 2 столбик, прибавка. Раз, два, прибавка. И так мы вяжем до конца ряда. В пятом ряду мы вяжем 30 столбиков без накида, делая прибавки через каждые 3 столбика. Начинаем ряд с прибавки. Раз, два, три, прибавка. Раз, два, три, прибавка. И так до конца ряда. И еще один ряд прибавок. Нам нужно в шестом ряду провязать 36 столбиков без накида, делая прибавки через каждые 4 столбика. Раз, два, прибавка. Раз, два, три, 4, прибавка. Раз, два, три, 4, прибавка. И продолжаем так вязать до конца ряда. Теперь между четвертым и пятым рядами мы уже можем присоединить хвостик. Разверните вязание так, чтобы шов от соединительных столбиков был внизу, то есть он вот так вот потом пойдет на животик. А здесь мы сначала протягиваем одну ниточку от хвостика и рядышком протягиваем на изнаночную сторону вторую ниточку. Связываем их на несколько узелков. Вот так. И продолжаем вязать дальше. Нам нужно с 7 по 14 ряд провязать по 36 столбиков без накида в каждом ряду. В 15 ряду нам нужно провязать 33 столбика без накида, то есть мы делаем 3 убавки, но мы делаем их не по кругу, а все сделаем наверху, на спине, с интервалом в 3 столбика между ними. Это мы делаем для того, чтобы линия живота у нас была ровная, а линия спины вот так пошла к низу, и тогда, когда мы пришьем голову, у нас игрушка будет смотреться аккуратнее. Поэтому сначала мы провязываем 13 столбиков без накида по одному в каждую петлю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13. Теперь мы вяжем убавку
затем 3 столбика по одному в каждую петлю, вторую убавку, три столбика, и третью убавку. А дальше до конца ряда мы вяжем столбики без накида. В 16 ряду мы вяжем 30 столбиков без накида. То есть мы снова делаем 3 убавки, но теперь мы их уже можем делать по кругу. Мы провязываем 6 столбиков без накида. Вяжем убавку, дальше вяжем 9 столбиков без накида, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Убавка, снова 9, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Убавка. И у нас остается еще 3 столбика без накида. Закрываем соединительным столбиком воздушная петля. Дальше. В 17 ряду мы вяжем 27 столбиков без накида. То есть убавки мы делаем с интервалом 8 столбиков, потом в 18 ряду 24 столбика, в 19 21, то есть в каждом ряду мы делаем по 3 убавки. И так мы доходим в 22 ряду до 12 столбиков без накида. И единственное, когда у нас уже остается 18-15 столбиков, можно начинать наполнять туловище холофайбером. Вот так выглядит туловище, когда мы связали 22 ряда. Разверните, пожалуйста, описание к этому видео. Там я расписала всю схему, чтобы вы не сбились в расчетах, когда будете вязать. Теперь в 23 ряду мы провязываем 6 убавок, то есть 6 столбиков делаем в ряду. К этому времени уже у вас должна быть игрушка набита плотненько холофайбером. И вяжем убавки. Раз. Два. Как обычно, всегда самый сложный первый ряд и последний, если мы деталь закрываем. Три. Четыре, пять и шесть. Теперь в первую петлю мы вяжем соединительный столбик и воздушную петлю. Протягиваем нить, обрезаем и закрепляем. Теперь нам нужно аккуратно закрыть это отверстие. Мы берем иголку широким ушком и подхватываем передние стенки каждой петельки по кругу.
И теперь затягиваем нить и заводим нить в серединку. И выводим ее где-то в середине туловища, между столбиками. Вот так. Теперь, насколько длина позволяет, пару раз, уже можно даже крючком, мы протягиваем эту нить в серединке. Тут все так туго набито, что она уже никуда отсюда не денется. Вот, можно иголкой пропустить пару раз с одной стороны в другую, но можно просто ее уже спрятать в середину. Вот, у нас получилось вот такое туловище. Теперь мы пришиваем вот так голову. Мы цепляем петельку на голове, петельку на туловище, петельку на голове и на туловище. И вот так по кругу пришиваем голову, пришиваем передние ножки, задние ножки и пятнышки. Вот что в итоге у нас получается. Чтобы вам было легче, сначала пришивайте голову, ориентируясь на хвостик. Потом, ориентируясь по голове, пришивайте передние ножки на расстоянии 6 рядов от центра. И задние точно так же 6 рядов от центра, ориентируясь по передним и по хвостику. И тогда все детали пришьются ровно и аккуратно. Потом просто пятнышки разбрасываете по туловищу. И все ниточки завязываете на узелок и затягиваете вместе с узелком внутрь игрушки. Можно завязать на шею коровки вот такую ленточку, как в первой было. Можно связать какое-нибудь красивое украшение, цветочки. Или можно повесить маленький колокольчик. Фантазируйте, экспериментируйте и вяжите с удовольствием.